Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как вы догадываетесь, Романия. Сегодня я вам расскажу и покажу кое-что очень интересное и новое. А это будет мое мнение об игре Life is Strange, которую я раньше прошла на своем старом канале. Ссылку смотрите в описании. Впервые я задумалась, а не сделает ли мне, помимо прохождения игр, например, мнение об этих пройденных играх? Ну, чаще это будет в случае, если игра мне как-то понравилась, а если игра мне совсем не катит, как это было с Вастеландом, на которое я делала первый взгляд, то я на нее попросту время тратить не буду. Итак, что же собой представляет эта необычная видеоигра про подростков и их проблемы? Так вот, пройденная до конца игра Life is Strange, созданная студией Dontnod Entertainment, зрелищная трехмерная адвенчура, предлагающая взглянуть на подобный жанр под непривычным углом, ну более-менее непривычным. То есть я бы жанр назвала приключенческим. Как и во многих похожих играх, главные героини ищут себе приключения на свою пятую точку, притом ищут их настойчиво. Но эта игра выделяется среди них тем, что она очень не похожа на множество однообразных и стереотипных сюжетов мыльного кинца. Играла в эту игру так, как будто смотрела сериал, в котором принимала непосредственное участие, но даже не чувствовала это. Эх, даже не знаю, как описать эти эмоции. Сюжет там повествует о совсем юной девушке Малкс Колфилд, которая не подозревала совсем, что ее ждет впереди. Она типичная американская девушка-хипстер со своими причудами, фобиями и подростковыми проблемами. Во время игры мы чаще слышали ее мысли по поводу тех или иных событий, объектов или личностей, что позволило нам лучше узнать главную героиню и понять ее мировоззрение. Вот как-то неожиданно Макс открывает себе способность управлять временем. Я была просто в ступоре от такого игрового открытия, скажу вам по секрету. Точнее, она способна лишь прокручивать время назад до определенной контрольной точки и менять ход дальнейших событий своими решениями. Благодаря новой, откуда ни пойми, взявшейся супергеройской силе, Макс спасает от смерти подругу своего детства Хлою, которую не видела уже много лет. А подруги это же святое. Именно в этот момент начинается основной сюжет игры. Вся игра Life is Strange строится вокруг выбора игрока, то есть вокруг выбора нас. Мы же играем. Именно от нас зависели все решения поступков героини в той или иной ситуации. Например, спасти второстепенного далекого персонажа, которого знает сама Макс, но не знаем мы, от втаптывания в грязь или от удара по спине футбольным мячом. Далее по сюжету пойдет детектив, в котором начнут происходить полные ужасы приключения. То Кейт пытается покончить с собой, то наркоманы шляются кругом, вроде бы Рыги Фрэнка или Нейтана. К тому же не пролетело мимо взора и таинственное исчезновение души компании Рэйчел Эмбер. Наверное, кто играл или смотрел мое прохождение, знает об этом. Заговоры, исчезновения людей, элитные студенческие клубы, задиры, ботаники, капитаны футбольных команд, стихийные бедствия, предательство, измены, настоящая дружба, проблема отцов и детей. В этой истории всего имеются в избытке, события развиваются настолько увлекательно и непредсказуемо, что оторваться от игры практически невозможно. А налет мистики и чего-то сверхъестественного лишь добавляет обычному подростку быту особой пикантности и интереса. Когда я проходила эту игру на канале, меня все посещали мысли о том, что будет далее, начиная с первого эпизода, после которого игра становилась все более таинственной. Ближе к пятому эпизоду уже мозг взрывался от обилия того, что натворила Макс. Все же игра со временем — это не шутки Петросяна. Но несмотря на это, все равно пытаешься как-то сопереживать ей, поддерживать ее, чтобы она не забылась и исправила то, что уже не исправишь никакими силами. У меня сложилось ощущение, что на протяжении всей игры Макс пыталась держаться за Хлою и спасать только ее жизнь. Остальных же персонажей спасаем мы по желанию, вне сюжета и по геймплейной последовательности. А теперь поговорим о самом главном. Это финальная составляющая этой замечательной игры, коротко и ясно. Тут мои размышления будут подробными и неторопливыми, содержит много спойлеров, кто не прошел игру до конца, можете перемотать. Концовка, где нужно пожертвовать Хлое, как бы хорошая, не очень, ну да и грустная. Вторая недополненная, мы не знаем, что со всеми, выжили они или нет, но город жестко прострадал от торнадо, поэтому шансы, что они выжили, малы. Мне было очень жалко расставаться с Хлоей, потому что пройдя игру за месяц,
Мне было, еще раз скажу, жаль терять одного из главных героев игры. Я не могла пожертвовать Хлоей, поэтому я выбрала пожертвовать Аркадия Бэй через силу, зная, что поступаю неправильно. Но в итоге я убедилась, что это хорошая концовка, пусть хоть и весь город разрушен, а большая часть его погибли. Как бы не так, мне кажется, что не все решения были впустую. Возможно, тех, кого мы спасали, идя к закусочной, каким-то образом спаслись. Ну, там подвалы, прочее. Ну, может быть, кто-то решил найти спасение возле берегов реки. Хотя, ладно, это я шучу, конечно. Фигню несу. Но знаете, пройдя ради интереса обе концовки, я сильно расстроилась. И даже не знаю почему. От того, что история Хлои и Макс подошла к концу. Или от того, что все погибли. Или только Хлоя. После прохождения 5-го эпизода я долго размышляла. Пришла к выводу, что концовка с разрушением города оказалась более правдоподобной. Потому что в жизни, наверное, нет людей, которые могут перематывать время. И торнадо рано или поздно разрушило бы город, а Хлои и Макс просто повезло оказаться у маяка. Мне кажется, хотя, наверное, не только мне, что выбрав уничтожить город, Макс будет потом всю оставшуюся жизнь жалеть и корить себя за этот выбор, ибо совесть штука та еще коварная. На ее месте моя совесть бы не давала мне покоя. Выбор игрока в пользу Хлои эгоистичный. Таково являлась сама Хлоя на протяжении всей игры во всех 5 эпизодах. Если Макс решила пожертвовать Хлоей, то у него возникнет чувство утраты, какая-то внутренняя пустота. Все же с Хлоей пришлось пережить много незабываемого и интересного. А тут на тебе, уже хоронить приходится свою лучшую подругу. Врагу не пожелаю такого. И Макс действительно не все равно. Она еще как-то не хладнокровна, и такие жертвы даются ей очень тяжело. Это отлично демонстрирует нам эпизод с кошмаром Макс, причем очень показательно, в какой именно момент этот кошмар к ней пришел. То есть, Макс с самого начала знала, что на город движется шторм. Догадаться, что ее способности связаны с этим штормом, достаточно просто. Иначе как-то странно все это. Откуда же в начале игры у нее такая сила? Спросите вы. Все эти жертвы, все через что Макс прошла, это всего лишь для того, чтобы спасти Хлою. Свой дар она получила только ради этого. Это я так считаю. Прескоты почти подмяли город, в нем не осталось ничего. Вспомните рыбаков, которым нечего ловить, нищенку за кафе и слова полицейских. С этим городом определенно что-то не так. Зато теперь они смогут начать жизнь с чистого листа. Я считаю, что игра очень красива. Она солнечная, яркая, выполнена в теплой цветовой палитре, благодаря чему продолжает радовать глаза от начала до конца. Геймплей в игре специфический. В принципе, некоторые его элементы, пожалуй, являются ключевыми, можно было встретить раньше в некоторых проектах. Действительно, разработчикам удалось сделать проект, в котором отлично сочетается множество положительных фишек геймплея. Игра атмосферна, и это неспроста. Геймплей эту самую атмосферу во многом и создает. Игра-то неторопливая, но крайне динамичная. Вряд ли она покажется кому-то скучной, если он поиграет в проект хотя бы в течение получаса. Хотя на вкус и цвет. Да, поначалу проект может показаться довольно неторопливым и даже несколько затянутым и унылым. Но потом... Пожалуй, если нравятся игры подобного жанра, не стоит проходить мимо данного проекта. Все-таки эта игра является одной из лучших в своем жанре. Если не поиграть в нее, то можно многое потерять. Вполне возможно, что подобных игр будет много в будущем. Однако есть в этом проекте нечто, что вряд ли можно будет встретить где-то еще. Что касается сюжета, то он не просто на высоте, он тут восхитительный. Что же в нем такого классного? Пожалуй, словами это описать трудно, лучше поиграть в проект. Хотя бы в течение 1 часа, тогда точно можно будет по достоинству оценить сюжет игры. Вряд ли человек, который решит поиграть в игру, пожалеет, что это сделал. Да, проект необычный, но ведь в этом и заключается его прелесть. В конце концов, так или иначе, обычно наибольшей популярностью пользуются именно необычные проекты. Может, поначалу игра не понравится, даже для некоторых так называемых суровых мужиков игра покажется девчачьей. Но не стоит в нее заканчивать играть после нескольких минут, все еще впереди. Может быть, проект увлечет геймера настолько, что ему захочется пройти игру до самого до конца. То есть геймеры — это живые подписчики, да, и друзья канала, зрители. Что ж, если проект не понравится, не стоит поспешно его осуждать. Возможно, просто эта игра не подходит для конкретного человека. Ставлю оценку 10 из 10. Спасибо, что слушали мое такое странное мнение. Спасибо вам, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. С вами была Алина. Всем удачи, всем пока.